космического времени суток. С вами Виджевери, я играю в механоидов и нахожусь в туннеле перехода в секторе пустыни. И пора бы нам отсюда вылететь. Ох, ночь. Ну, в принципе, нормально. Итак, у меня есть сейчас два варианта. Либо я полечу по той дороге к овощикам, либо я полечу к считающим, либо, ну, посередине я разве что на сырьевую базу попаду, так что, наверное, я к считающим направлюсь, да. О, и сразу моя любимая музыка заиграла. Как мне это нравится. О, эти ребята обычно очень враждебные. Так что я аж не ожидала, что они меня не тронут. Тут такой нежданный. Хотя можно просто порелаксировать. Тихонечко так полететь, послушать музыку. Обычно я этим и занималась раньше. Мне даже говорить не хочется, если честно. Тем более, что сейчас 2 часа ночи, как бы. Не лучшее время для разговоров, но другого у меня нет. Ого. На кого там синигры напали? Ну, впрочем, меня как бы это особо не волнует. Там все зеленые, а значит, меня это не касается. А вот что меня касается... Тихо, тихо. Ой, извините, пожалуйста, извините, да. Так, что это у нас там? О! Гамон и... Гамон. А, это черные игроки, наверное, тут тусовались. Они вечно где-нибудь в барханах зависают. Возможно, синигры их убили. Ну да, там кто-то красный. Ауч! Кто-то красный. Слышь? Ты там, я знаю это. У меня есть фри-камера, так что я могу просто посмотреть, кто это был. Ну да, черный игрок, чтоб тебя. Я люблю обычно ввязываться во все это, но ты меня коцнул, и мне это не нравится. Где ты там? Я тут музыку слушаю, а ты меня отвлекаешь своими ракетами. Ладно, пофиг на тебя. Делать мне больше нечего, как ждать, пока ты оттуда с насиженного места вылезешь. Я лучше потом за тобой вернусь. У меня как бы есть уже план. И в него входит как раз таки уничтожение черных врагов. Ну просто потому что. Они первые на меня напали, так что все. Так, секундочку, секундочку. Извините, вы уже открыли мне дверь. Я благодарна за это. Но мне тут надо подобрать кое-что. Тут лежит бесхозный контейнер. Я не могу оставить его здесь, на холодных песках. Ночью холодно, он замерзнет. Так, я надеюсь, да. В секторе пустыни довольно много. О, господи. Вы это слышали? Это ж сколько там народу-то взорвалось. Страшно представить. В общем, в секторе пустыни довольно много разных контейнеров и прочего добра валяется за контурным полем, и мне придется потратить немало времени, чтобы туда попасть. А я туда хочу попасть. Хотя это, конечно, не сектор холмов, там еще интереснее, конечно, ситуация, но да ладно. В общем, давайте заглянем к считающим. Основная база считающих, прогрессивный Виджевери. Давайте, почините меня за 7 кристаллов, всего-то лишь за 7. У них тоже в наличии только броненосец, он меня не интересует. Так, и для меня есть
Работа. Так вот, я вот думаю, мне бы сначала, наверное, тут надо поосвоиться. Ну да ладно. Так. Сделаем так. Так, нет. Да. О. Давай, продадим тебя. Это, кстати, одна из самых высоких цен, в принципе, на полигоне за энергокаденсеры. Ладно, давайте возьмусь за это задание. Я помню, когда-то мы уже предлагали хорошим бойцам потом на работу. Но тогда враг был один и слаб. Сейчас же их трое, и передвигаются они вместе. Я не знаю, для чего они охотятся за нашими. Скорее всего, из-за того, что им было отказано в доступе к информации. Ну, короче, гопники, которым что-то надо, а денег у них нет. Вот нормально. Так, 10 тысяч единиц, как бы, неплохо. У меня и так уже скопилось достаточно много энергокристаллов, и я бы хотела их потратить на, так сказать, апгрейд, потому что всю жизнь на скоробее не полетаешь. Это, конечно, прикольный глайдер, он мне нравится, но даже я признаю то, что как бы в секторе пустыни уже на глайдере второго стандарта делать нечего. Здесь, конечно, и похуже, но... Блин, да чё ж там кто кого убивает-то? Мне, конечно, в принципе-то как бы пофиг, но... Не, ну тут реально что-то ненормальное творится. Ну то есть тут обычно действительно все дерутся друг с другом как бешеные, но чтобы настолько все было... жестоко... О! А вот и стаи. А я-то все удивлялась. Чего это они на меня не нападают? А вот это они на меня напали. Они меня даже толком не коцнули, так что, ну... Нет, они меня... Ладно, коцнули чуть-чуть. Но это все ракеты. Сами по себе они... Они представляют никакого интереса. О, черный игрок. А, это твои дружбаны были? Вас много как-то. Мне надо куда добраться-то? О, да. Ну, в принципе, как бы да, туда бы надо. Что-то у меня как бы броня-то не восстанавливается. Так. Кто у нас тут? Интересно, эти ребята... Будут мне враждебны или нет? Я просто ни хрена не помню. То есть я полагаю, что скорее всего, да, будут. Капец, что творится? Там-то кто? Ладно, не буду искушать судьбу, посмотрю, что тут творится. Потому что очень много дохлых механоидов, это меня немножечко так смущает, так скажем. Тихо. Точно, они же перемещаются, как-то я не подумала об этом. Так, а кто у нас? Ой, только не говорите мне, что они... Ясно. В общем, понятно. Я все понимаю и все принимаю, но сражаться с механоидами, которые просто тупо невидимые, я физически не могу. Так, сейчас не будем, короче, тормозить, просто туда полетим и все. Не буду ничего собирать по дороге, потому что я потом успею собрать и механоидов, и все, что там захочу. О, господи, что тут происходит, ребята, что творите? Первые, вы что творите? Не, я как бы не против, чтобы вы стаи-то мочили.
Вообще не против, я только за, но просто вы это все делаете с таким пафосом, и, я не знаю, так громко, на всю пустыню, блин, орете своими пушками. Вы нормальные, нет? В чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что их трое, я одна, оружие у меня так себе, и как бы, так, вон, считающего уже вижу. Вот наши враги, уничтожь их. Ну, как бы, нет. Фиолетовый стал, а? Ну, ты единственный, кто стал фиолетовый, я смотрю. Один порозовел так, а другой покраснел. Но мне это как бы без разницы. Привет. О, ты тоже фиолетовый. Не часто ребята становились фиолетовыми. Ты куда помчался, зарад? За... Вернулся уже не так страшно, да? Ну что ж, ты меня коцнул. Я до сих пор не понимаю, как я летаю, если у меня... Ну, как сказать? Как вы мне сказали? В общем, ну, по идее, сопла-то мои где? У меня двигатель как вообще работает? Куда я прилетел? Вон оттуда, да? Блин, монитор заляпан, не вижу вообще ни хрена. Так. Там он где-то, короче, тусуется. Ща надо глянуть. Чтоб удостовериться наверняка. А нет, это черный игрок. А нахрен мне черный игрок? Или это он мне и нужен? Ах. Не, ну он как бы единственный там, кто есть. А нет, это не черный игрок, у него просто глайдер такой. Да. С моей стороны, это прям расизм какой-то. Судить по одному только глайдеру. Ну, собственно, самое сложное позади, можно сказать. А теперь начинается самое интересное. Мне надо вернуться назад. Основную базу считающих, как бы, ну, увидеть, что у меня с глайдером, да. Я не понимаю, как он у меня летает. Он не должен в таком состоянии летать вообще. Ну, то есть я понимаю, что у каждого глайдера имеется своя система повреждений, и в том числе визуальных, но как он летит, блин? Тупо на антигреве? Так у него хотя бы скорость должна проседать. Так ведь хренушки. В общем, короче, это было забавно, да. В общем, я этот глайдер потом поменяю, конечно. Но чтобы поменять, надо накопить денег и купить хорошее, не какую-нибудь фигню. Да, мне нужен ремонт, представляете себе, да? Охренеть, да? Что, у вас больше нет для меня работы? Удивительно, я даже не ожидала. Так, мне катализатор уже не нужен, наверное. Так, тут опять имеется информация по кланам. Единственная прогруженная текстурка у считающих, потому что вот первые синие гордики и прочие, они, короче, на... А, нет, вот еще войщики. Так, у кого еще есть? Ну-ка. Ну, хоть кто-нибудь, кроме структуры перемен. Нет, к сожалению. Ну, в общем... В принципе, ко мне что-то как-то все нейтрально относятся. Ну, кроме разрушителей почему-то. Они ко мне хорошо относятся. Наверное, потому что я, возможно, с ними когда-то тусовалась, но я этого не помню. Ну, да и ладно. Так.
А делать тут мне как бы больше нечего. Мне надо полететь, знаете, куда? О, уже утро. Чудесно. В общем, я полечу в сторону базы эвозчиков, наверное. Потому что все топовое оборудование, разве что там могу найти. В общем, мой любимый СВЧ-излучатель, но пока я туда еще доберусь. Так, что-то я тут видела, лежала, да? Механоиды, опять-таки. Для меня вот это единственный способ зарабатывать боевой рейтинг. Потому что я ни хрена не боец. Раньше как-то мне лучше получалось вот воевать, вот это вот все. Сейчас же я больше склоняюсь в сторону торговли, курьерства и, короче, сваливания подальше от всяких стай. Ой, ребят, что вы сделали? Короче, меня возчики подставили. Возчики меня подставили, у меня аж сопло затряслось на нервной почве. Ну, они как бы, да, не виноваты, просто летели себе своим корованом. А тут я летаю не по всем правилам. Понимаю, да. Сама виновата. Надо следить, как бы, куда летишь, кто на тебя нападает. Когда расслабилась. А надо смотреть в оба. В общем, как я уже сказала, я ни хрена не воин. Как-то, не знаю, надоело воевать. Хотя вы, скорее всего, подумаете, что да, ты просто не умеешь. Ну, думайте, что хотите. А мне просто надоело. Потому что не в войнах счастье. Хотя, если я сейчас прикуплю себе нормальное оборудование, то, может быть, что-нибудь да выйдет. Как тут много всего, а? Так, и там, скорее всего, опять эти стаи, на которых я наткнусь. Да, вот они. А в этот раз они не красные. Какого хрена, ребята? Вот это вот меня и бесит как раз. Они не должны быть такими. А это вообще кого по доправах? Ты кто вообще? Ах, возчик. Я уже забыла, что у вас такие имена, ребята. Этот сектор мне нравится. С одной стороны, он как бы тихий, спокойный. Песочек сыпется от ветра и всякое такое. А с другой стороны, это постоянно какая-то движуха, кто-то кого-то мочит, кто-то кого-то стреляет. И мне это нравится, главное, чтобы в меня не стреляли, а остальное это вообще фигня. Вот, например, у возчиков сейчас терочка была со стаями. Ох, я смотрю, нехило такая терочка у них там. На самом деле я люблю, когда взрывают возчиков, то есть я не буду взрывать их сама, я это не люблю. Антонис. Инсептикс. Потому что возчики обычно перевозят что-нибудь любопытное, что-нибудь, ну, так сказать, ценное. А стаи просто тусуются где-нибудь, грабят эти вот караваны возчиков, им норм. Хотя, конечно, они не единственные, кто ненавидит возчиков. По-моему, искатели их ненавидят больше всех. Но что-то мне кажется, возчики в этот раз как-то больше дают сдачи. Обычно просто валят нафиг. Потому что им важнее все-таки груз доставлять. Впрочем, у возчиков в караване всегда есть не только тот, кто перевозит товары, но и личная охрана, security такое. Так, никого нет. Или сейчас какой-нибудь черный игрок выскочит. Так. Как ты там оказался? Уф. Mm-hmm.
касается стаи и черных игроков, они, ну, как то, они как захватчики. Только захватчики в основном в одном месте тусуются, как и черные игроки, а стаи, они по всему сектору колобродят, ищут себе жертву. И чем больше интереснее жертва, тем лучше. Господи, что тут происходит, а? Аж текстуры задрожали. Ребят, вы это, осторожней. Разнесете весь сектор? Он мне нравится. Ау! Ладно, ладно, все свалило. Меня ваши терки не интересуют. Как можно понять, в этой игре можно идти по любому пути. Быть торговцем, быть курьером, быть воином, быть всем сразу или никем. А, так. Ну да, в принципе, правильно. Но, как сказать... Суть от этого особо-то не поменяется. То есть, например, во второй части надо сколотить свой клан. Это прям обязательно. Ты вот прям должен создать клан. Иначе все капзда. А тут ты можешь просто быть собой. Тебя никто за это не заругает. Ты можешь сам выбирать, что делать. Даже если твои поступки не похожи ни на что из того, что обычно делают механоиды. О, чё, ребят, потеряли... О, в текстурке застрял. Понятно. Ну, сочувствую, если это ваш собрат. А если просто контейнер, то забейте и летите в другое место. О, игроки. Но мне на них наплевать. Даже если они будут на меня агриться, как бы. Единственное, у них ракеты. Вот это немного печально. Ой, я немного не туда пролетела. Ну, давайте заглянем сюда, почему бы нет. Здравствуйте, основная база черных игроков. Хотела бы вас спросить, какого хрена? Нет, даже не так. Какого хрена? Да, какого хрена вы на меня нападаете? Вы должны сохранять нейтралитет, а вместо этого страдаете фигней. Ну, может, не нейтралитет, но отношение плохое, но я же не враг вам. Кстати, забавно. Вот этого призрака можно купить еще на... Ну, где там? Забыла. В секторе Арктики, не помню, на которой базе. По-моему, на основной или нет. Или у структуры перемен, уж не суть важно. Так, я не буду тратить зря вот на это все. Я хочу себе новый глайдер. И вы меня отвлекли немного от моих мыслей. Так. А, я вообще не в ту сторону полетела. Ну, блин. Эта сырьевая база вечно меня с панталыку сбивает. Там эта развилка тупая. И я начинаю лететь куда-нибудь, да не туда. В пустыне вообще легко заблудиться. О, давайте посмотрим, что из этого получится. Ну, как бы они против возчиков поперли, что они хотели-то. Ладно, ребят, я вас спасу. Не хочу, конечно, этого делать, но... О, а вот и стаи пожаловали. Вот меня прикалывают. Вот только что они были относительно мирными. А сейчас они меня уже ненавидят. От чего это вообще зависит? Типа я не так мимо пролетела или чё? Ладно. Пусть вы ко мне относитесь не очень, но... Вы можете меня починить. Странно, конечно, что вы ко мне так относитесь. Но ладно, я вам ваших ребят сдала, а вы просто меня отпустите по делам. Ну, короче, придется мне срезать путь, я так понимаю. Надеюсь, у меня это получится. Хотя, что-то я сомневаюсь. Да, понятно. Это ж середина пустыни тут просто, как бы.
Напрямик не получится. Придется немножечко облететь. Но мне страшно. Рано или поздно мне придется спуститься вон туда вниз, но сейчас я этого делать не буду. А я это не буду делать, почему? Потому что, ну, я потом обратно хрен вылезу. А если даже и вылезу, то это все равно отнимет у меня время. Так что лучше я вернусь туда тогда, когда у меня будет информационный анализатор. Или что-нибудь типа него. Это, конечно, я сейчас очень тупо поступаю, но... Ну... Опять черный игрок. Ну, не только я их не люблю, так что неудивительно. Я пока что на рожон не лезла, но им наплевать. Ребят, дайте мне музыку послушать. Просто послушать музыку, пожалуйста. Я большим-то и не прошу. Так, ага. Ну, в принципе, мне на ту сторону особо-то и не надо. Там я вижу климат-активатор. Так что мне надо туда. Ну, в принципе, проблем нет с этим. Заодно пособираю. Так, куда ты прыгаешь? Я вообще X нажимаю. О, энергомодуль, как забавно. Мне как раз не помешал бы энергомодуль. Их можно неплохо толкнуть. Надо вспомнить только где. Я все собираюсь сделать эту чертову таблицу. Но пока я не посетила болото и холмы, это все бессмысленно. Я считаю. Тут опять кто-то сдох. Я даже знаю почему. Ребят, ну вы слишком громкие, я уже вас чую. Вы даже не приблизились, а я уже знаю, что вы там. О. Не, я не буду отвлекаться, мне это не нужно. Я лечу на базу возчика, все, отстаньте. А то я опять на полпути забуду, куда и зачем я летела. А мне это не надо, окей? Окей. Здрасте. О, господи, нет, ну нет, я не люблю это задание, даже не потому, что мне надо их атаковать. Мне же надо их убить. Так, покажите, что у вас есть. Понятно, что у вас есть, у вас есть ничего. Я хочу СВЧ-излучатель. Хочу хищника, я больше... не больше груза. Он выглядит слишком стрёмно. Вот эта штука выглядит как таракан, но тем не менее... Очень хороший таракан. У этого, конечно, грузоподъемность очень неплохая, но... Я бы хотела этот. Он атакующий. И на него можно поставить СВЧ-излучатель. Но... Мне не хватает бла, мне надо еще поторговать. Увы. Интересно, и почему же это я все еще на скорабе? Да потому что у меня нет времени, чтобы зарабатывать бабло и непосредственно покупать новые гладера. У меня тупо нет денег. То есть та же проблема, что и в жизни. Денег тупо нет, а значит, как бы... Некуда продвинуться. Так-то бы давно я купила что-нибудь поинтереснее, но... Тогда покупка того же хищника тянется еще на несколько, не знаю, лет. Ой, только за мной, пожалуйста, не это. Ладно, ребят. Ой, вы злые. Ладно, за ними первые тащатся, так что мне пофиг. Ой, это же мне на вас надо напасть, да? Ой, какое совпадение. А я не хочу, знаете, да? Не хочу на вас нападать. Как бы... Самое лучшее было бы сейчас на них напасть, но... Так, сначала, наверное, надо избавиться от охраны. Проблема, конечно. Тем более, что вон там первые засели. Нахрен вы там засели первые? Я же вас сейчас коцну. Ладно, не коцну, хорошо. А что это сейчас было-то?
Это было очевидно, мне кажется, нет? Да, это было очевидно, очень даже очевидно. Мне сначала надо наторговать себе хорошее оружие, хотя бы. Хотя бы хорошее оружие. А для этого... Для этого мне надо бабло. Много бабла. И фарм этого бабла займет много времени. Но все равно пора заканчивать, так что я, наверное, это самое. А пока лечу на сырьевую базу. Ну и как бы в следующий раз встретимся. И я надеюсь, у меня будет уже в разы побольше денег. Хоть и займет это много времени, да. Ну что ж, пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания.